Вне прямоугольного треугольника ABC на гипотенузе AB построен квадрат ABFD. Докажите, что угол ACO равен углу OCB, где O – точка пересечения диагонали квадрата. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. Треугольник ABC прямоугольный. Угол C равен 90 градусов. Четырехугольник ABFD квадрат. Диагональ AF пересекает диагональ BD в точке O. Доказать, что угол ACO равен углу OCB. Угол AOB равен 90 градусов. Угол равен 90 градусов, так как диагонали квадрата пересекаются под прямым углом. Рассмотрим четырехугольник AOBC и рассмотрим сумму противолежащих углов. Угла ACB плюс угол AOB. Угол ACB равен 90 градусов. Так как треугольник ABC прямоугольный с прямым углом C плюс угол AOB. Угол AOB мы ранее написали, что он равен 90 градусов. Посчитав, получаем 180 градусов. Отсюда мы можем сделать следующий вывод, что вокруг четырехугольника ACBO можно описать окружность с центром T и радиусом R. Угол ATB – это центральный угол, и он равен половине вписанного угла, опирающегося на ту же дугу, то есть двум углам ACB. Получается 2 умножить на угол АЦБ. Угол АЦБ равен 90 градусов. Посчитав, получаем 180 градусов. Отсюда следует, что АБ – это диаметр, так как центральный угол АТБ развернутый. Тогда у нас получается, что АТ равняется ТО и равняется ТБ, так как это радиус окружности. АО равняется 1/2 АФ. БО равняется 1/2 БД, так как диагонали квадрата точка пересечения делится пополам. Также АФ равняется БД, так как диагонали квадрата равны. Тогда из этих трех пунктов у нас следует, что АО равняется БО. Тогда из этих двух пунктов у нас следует, что треугольник АТО равен треугольнику БТО по третьему признаку. Если три стороны одного треугольника, соответственно, равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны. А раз треугольники равны, отсюда следует, что соответствующие элементы будут также равны. Тогда у нас получается, что угол АТО равен углу БТО. Угол АТО – это вписанный угол, и он равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу, то есть 1/2 угла АТО. Угол ОЦБ – это вписанный угол, и он равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу, 1/2 угла БТО. Тогда из этих трех пунктов мы можем сделать следующий вывод, что угол АЦО равен углу ОЦБ, что и требовалось доказать. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.